Давайте сегодня к Земле подойдем с наукой. Ведь для того, чтобы иметь меньше проблем при выращивании, поставим перед собой задачу не борьбу с проблемами, а земледелие. Ведь главная задача земледельца – землю делать. Для земли нужно давать больше, чем от нее берешь. А проценты и немалые она начислит сама, каждому по заслугам. Ведь человек живет тем, что земля дает. Работа на земле – это не просто труд, это мастерство и искусство. Темой нашего урока сегодня будет применение удобрений для подкормки сельскохозяйственных культур. На этой встрече мы затронем следующие вопросы. Первое. Какова же система внесения удобрений по Миттлайдеру? Второе. Каков рецепт приготовления смеси номер 2? Третий. Чем отличается рецепт смеси номер 2 от смеси номер 2А и в чем ее преимущество? Доктор Джейкоб Миттлайдер предлагает использовать трехступенчатую программу подкормки. И вот в чем их суть. Первая ступень – это предпосевное удобрение или смесь номер 1. Это удобрение, которое вносится перед посадкой грядки. Для этого в ведро отмеряем 900 грамм карбоната кальция или извести. Сюда добавим 400 грамм нитрофоски. К этому опустим 15 до 30 грамм бора. И все это тщательно перемешав. И переоценить ее невозможно. На самом деле это волшебный ключик вашего успеха. Вторая ступень – это еженедельная подкормка смесью номер 2 или смесью номер 2А. После посадки растений в грядку. Сегодня в продаже мы можем встретить много различных готовых смесей для подкормки сельскохозяйственных культур, как для каждой культуры индивидуально, так и для широкого спектра растений. Приготовление миттлайдеровской смеси заслуживает особого внимания. Приведем один из примеров рецептуры смеси еженедельной подкормки. Первое – это амофос. Его нужно взять 600 грамм. Второе удобрение – это мочевина, 1 килограмм или 1000 грамм. Третье удобрение – это хлорид или сульфат калия, 1 килограмм. Четвертое удобрение – это сульфат магния, 450 грамм. Пятое – бор, 20 грамм или борная кислота, 15. И шестое – молибдат аммония или любое другое молибденовое удобрение. 10 или 15 грамм. Эта информация представляет собой большую ценность и в первую очередь потому, что является результатом многолетней работы с растениями в поле и на различных почвах, в различных климатических условиях, а сегодня стал и нашим достоянием. Итак, на грядку 45 сантиметров шириной и 9 метров длиной в открытом грунте мы отмеряем 225 грамм смеси номер 2 и узкой полоской рассыпаем между двумя рядами растений на безопасное расстояние от них, примерно 10-12 сантиметров. Это сохранит корни наших растений от солевого ожога, а растворенные соединения после полива станут доступны и принесут большую пользу растениям. Эта подкормка делается один раз 7-10 дней. Каждая культура имеет свою программу подкормок, и старайтесь придерживаться этого, для того, чтобы не перекормить свои растения. Ну, к примеру, картофель кормится 3 раза за все лето, редис и салат всего лишь 2 раза. Так и каждая культура имеет свою индивидуальную программу. Вы можете встретить рецепт смеси номер 2А. Чем же она отличается? Ее основное отличие состоит в том, что в ее состав входят все 13 элементов питания. Можно сказать, это полная смесь со всеми необходимыми микроэлементами. Теперь приведем ее рецепт. Зная рецепт смеси номер 2, добавим к этой смеси следующие соединения. Первое. Это сульфат железа или железный купорос 240 грамм или хилат железа 50 грамм. Следующее удобрение это сульфат меди или медный купорос 4-5 грамм или хилат меди 2-3 грамма. Дальше сульфат цинка. Это соединение цинка 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Следующее удобрение сульфат марганца. Соединение марганца это не перманганат калия и не марганцовка, а соединение марганца в сульфатной форме. Его нужно 15 грамм или хилат его 7-8 грамм. Эта смесь гораздо богаче по своему составу. Именно эта смесь номер 2А идеальна для выращивания на искусственной почве. И один из вариантов это ящики гряды, узкие в теплице или же широкие ящики гряды в открытом грунте. В этой смеси мы использовали сульфатные соединения, потому что цена их вполне приемлема. Но следует отметить тот факт, что по растворимости и доступности эти соединения для растений значительно уступают соединениям в хилатной форме. Поэтому для тех, кто желает эту смесь применить для подкормки растений через капельный полив или просто в виде раствора, смешивайте ее из удобрений хилатов. Быстро растворимые смеси удобрений, сегодня их можно купить в готовом виде, именно этим они и хороши, поэтому идеальны для питания растений в виде растворов. Но стоит отметить и тот факт, что баланс каждого из этих элементов в готовых смесях для подкормки растений отличается от миттлайдеровской. Смесь номер 2 состоит из 7 основных элементов. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден. И для обычного естественного грунта этого достаточно. Ведь почва на самом деле содержит все основные недостающие микроэлементы. И мы в этом случае подкармливаем ее самыми основными. И их 7. Смесь номер 2А содержит 13. Это азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор, молибден, сера, железо, цинк, марганец, медь, хлор. Это полная смесь, так как ее основное применение и предназначение – это искусственная почва, которая лишена естественного плодородия, и для роста растений нужны все 13. Перечислим некоторые преимущества этих минеральных подкормочных смесей. Положительные факторы. Первый – это сбалансированность. Второе – наличие всех основных элементов в ней обеспечит быстрый рост растений. Третье – позволит снимать более ранний урожай. Четвертое – обильное питание этой смесью обеспечит нормальное плодоношение в течение всего периода роста. И пятое – сокращает до минимума поглощение растениями токсинов, тяжелых металлов и даже радионуклидов. Растения, так же как и люди, имеют свойство избирательности, то есть из имеющегося выбирать лучшее, или, как мы говорим, самое вкусное. Если растение не находит в почве чистые вещества, оно подбирает его заменителями, а таковыми и являются радионуклиды, и в конечном итоге это попадает и откладывается в плодах. Мы перечислили 5 положительных характеристик этих минеральных подкормок. И ради справедливости скажем, что есть в этом и отрицательные факторы, и вот 2 из них. Применение минеральных подкормок не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органического материала. И второй отрицательный момент – минеральные удобрения способствуют засолению почвы. А эта проблема решается обильным промывом почвы по окончании сельскохозяйственного сезона. При этом ваша почва должна иметь хорошую пропускную способность или дренаж, с тем, чтобы возможно было вымыть остаточные соли, и обильный промыв почвы мощной струей воды решает эту проблему. Ну, как правило, это происходит на 5-6 год выращивания в таких грядках. Это особенно характерно для закрытого грунта. Ну и второй способ решения засоленности почвы – это улучшить дренаж почвы и заменить грунт, что чаще всего делают огородники. Ну и третья ступень, которую предлагает доктор Миттлайдер, это корректирующая подкормка в случае появления какого-либо дефицита или острого голодания. Ну, к примеру, при недостатке калия, при котором виден краевой ожог на листьях, растениям требуется дополнительная доза калия. Именно в этом случае и вносится дополнительная корректирующая подкормка по этому элементу. Но, как правило, нужно сказать, что подкормка растений этими смесями в целом удовлетворяет общую потребность сельскохозяйственных культур в питании, а урожай снятых с этих грядок соответствует самому высокому качеству. Ну и подводя итог о применении минеральных подкормок, посмотрим на эту картину со стороны. Что мы имеем? Положительные факторы смеси. Это сбалансированность, это наличие всех основных элементов питания в ней, которое позволяет снимать более ранние урожаи, обеспечивает обильным питанием, сокращает до минимума накопление токсичных и тяжелых металлов. Ну и отрицательные факторы. Применение минеральных удобрений не улучшает структуру почвы, а она решается только внесением органики. И второй минус. Эти удобрения способствуют засолению почвы. Ну и, как мы уже сказали, эта проблема решается обильным промывом почвы или ее заменой. Уникальность метода Миттлайдера заключается в том, что он составил точную таблицу, сколько нужно каких микроэлементов растению, чтобы все было в норме, чтобы не было никаких передозировок и концентраты не скапливались в овощах, чтобы все было здорово и полезно. Ну, также можно заметить такую разницу, что когда мы не использовали вот эти подкормки, растения не имели полноценного питания, и помидоры, например, были не такими сладкими. И даже все соседи это замечают, что сорт одинаковый, у них кислый, у нас сладкий, потому что мы подкармливали, и растения были здоровыми, и ни в чем не испытывали недостатков в питании. Ну а сейчас мы переходим к заключительной части нашей лекции «Ответы на ваши вопросы». Вы спрашиваете. У некоторых овощных культур предусмотрено 2, максимум 3 подкормки, и эта программа завершается буквально через 1 месяц. А что же делать в остальной период роста и развития растений? Ну, здесь нужно сказать, что вы правильно заметили. Абсолютно точно. Спасибо вам за интересный вопрос. Для ранних культур капусты, редис, зелень, картофель предусмотрено 2, максимум 3 подкормки удобрений, смесей, которые мы готовили на прошлых лекциях. И остальная часть отводится на то, чтобы поливать, бороться с сорняками, ухаживать за растениями. Это меньше. Это вот как раз тот случай, когда на узких грядках работы гораздо меньше, в отличие от обычной технологии выращивания. Дальше вы спрашиваете. Почему растения приносят мелкие плоды, не такие, как указано на упаковке? Плоды, томаты, огурцы или капуста. Здесь нужно сказать, что в первую очередь, мне думается, что если растениям не хватает питания, то растение приносит тот плод такого размера, насколько оно способно было это сделать. Это как раз тот случай, наверное, что растения, так же как мы с вами, люди, хотим есть. И для того, чтобы растения могли приносить полноценные, крупные, замечательные плоды, их нужно подкармливать. Можно ли использовать другие удобрения, кроме смеси номер 2 или смесь номер 2А по рецептуре доктора Миттлайдера? Мы говорили о том, что есть две смеси, и они отличаются содержанием элементов питания. Смесь номер 2А вносилась на искусственной почве, а смесь номер 2, она нами использовалась для обычной огородной почвы, так как состоит только из 7 элементов. И этого достаточно. Можно ли использовать другие? Ну, я могу предположить и позволить себе сказать, что вполне можно. Но нужно помнить, чем мы растения кормим, такого качества плоды мы и получим. Можно ли растения подкармливать аммиачной селитрой? Следующий вопрос. Вы спрашиваете, можно ли под растения вносить удобрения, и мы говорим нитраты или селитра. Это то, о чем речь идет. Это аммиачная селитра. Всем известные опасные нитраты. По этой технологии внесение аммиачной селитры осуществляется только в 2 случаях. Первый случай. После того, когда мы высадили рассаду, когда мы в грядку высадили маленькие растения, и для того, чтобы им дать начальный толчок для роста, мы вносим азотное удобрение селитру. Потому что азот дает рост, буйный, хорошее развитие. Это белок будущий. Второй случай, когда мы подкармливаем наши растения только аммиачной селитрой, это тогда, когда растения испытывают азотное голодание. Дефицит по азоту. Тогда азот вносится отдельно. Если же в других случаях, кроме этих 2, отдельно азотное удобрение по этой технологии никогда не вносится, мы не рекомендуем, и это на самом деле опасно. Когда мы делаем смесь, то в смесь мы обязательно добавляем азотное, но оно там в определенной пропорции и приносит наилучшую пользу, так как она вносится или подкармливается растениями в комплексе. Ну и последний вопрос, интересный вопрос. Вы спрашиваете, полезно ли молиться среди растений для хорошего роста и хорошего урожая? В нашей культуре есть интересная пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Нужно сказать, что на самом деле будем благодарны небесной канцелярии за дождик, за солнышко, которое светит, за здоровье и хорошее настроение. Будем благодарить во время благоприятное. И всякий раз, когда мы имеем все для своей жизни и радуемся всем благословениям, будем помнить, что все это мы получили от нашего Бога. Спасибо вам, до новых встреч, до свидания.